Привет, меня зовут Антон, и это пилотный выпуск новой рубрики на канале. Как родилась ее идея и что это вообще такое? В какой-то момент этот канал позволил мне приходить на некоторые концерты до их начала и, соответственно, наблюдать, что происходит в клубе до того, как начинается запуск. Тогда я поймал себя на мысли, что абсолютно не задумываюсь, какое количество работы предшествует каждому концерту и какое количество людей участвует в подготовке того или иного шоу. И зачастую люди на концерте могут даже не заметить того, что готовится целой командой на протяжении нескольких дней, а то и недель. И именно поэтому в этой рубрике я хочу вам рассказать о людях, имена которых вы, скорее всего, не знаете, но именно они проделывают огромную работу по подготовке того, что в итоге вы видите и слышите на концерте. Что-то какое-то слишком долгое выступление получается. Хочу представить вам первого героя рубрики «Концерты в лицах». Человека, который работал и работает с такими коллективами, как Луна, ATL, Termates, Wildways, Amatory и многих-многих других. Зовут его Никита Краснов, и отвечает он за свет. Никит, привет. Да, для начала спрошу, как правильно называется твоя должность? Светоимиджмейкер. Ну, это называется дизайн по свету. Я все-таки солидарен с Давидом из B2, что он говорит в своих блогах, потому что все-таки художник по свету – это немножко другое. Художник, он, как правило, что-то создает. А мы все-таки, как бы, как сказать, прикладная такая история. То есть мы все-таки подстраиваемся под шоу. То есть это дизайн, световой дизайн. Не обижаешься на термин «световик»? Да нет, ну это, знаешь, так, ну, вообще принято. Нет, нормально. Смотри, вот этот термин, он используется только для концертов или где-то еще применим? Ну везде, ты знаешь, есть там осветитель, когда говорят, там, знаешь, ну это такое, это как вот то же самое с барабанами, там, рабочий барабан, у меня режет уши, это малый барабан, но ты говоришь, рабочий, окей, все. Окей, как давно и как тебе пришла мысль связать свою жизнь с, именно с лайт-дизайном, правильно? Ну, давай, лайт-дизайн. Да. Опять же, смотрев много концертов и моей любимой группы, из-за чего все это началось, мне это прям, знаешь, так воодушевляло, то есть это очень сильно подчеркивало как бы всю музыку. И вот даже CO2, который я пускаю, я, когда был маленький, ставил, короче, кипятить чайник, снимал с него свисток, закрывал вот так лезвие ножом, в нужный момент песни Tear, когда он это пел, я убирал вот так вот, знаешь, типа нож, выходил пар, и я такой прям кайфовал. Но теперь я делаю это то же самое, только немножко на другом уровне. А, ну то есть в твои обязанности входит не только свет? Да, конфетти, CO2, вообще все. Пиротехника, если возможно. Но обычно пиротехнику в клубах нельзя. Но когда вот я пару раз тоже с группами выступал, рядом с тобой сидит человек, он тебе, по идее, не дает это делать, но ты ему говоришь, я нормальный чувак, он тебе такой, ладно, и ты вот в нужный момент нажимаешь. Ты где-то учился на все это, или может у тебя там наставник был? Как ты вообще вот все вот это вот освоил? Слушай, ну я очень много смотрел в детстве такой замечательный концерт, как Live House Berlin.
одной немецкой группы, вот. И поэтому это все интуитивно, ты посмотрел, потом я пошел в клуб работать. Просто говорю, ребят, можно у вас, типа, кнопки понажимать за бесплатно, все такое, да, пожалуйста, и все. Интуитивно, видосики, сам, никаких учителей, никого не было. А вот, ну, со временем же, получается, вся эта аппаратура, она там модернизируется, ты вот просто по ходу ко всему этому привыкал. Да, но она не так модернизируется, как там в конце 90-х и там в начале 2000-х. Сейчас все достаточно проще. Конечно, есть апгрейды, вот недавно тоже выше, но они интуитивно как бы собраны так, что ты особо в них не потеряешься. А ты из Москвы? Нет, из Петрозаводска, из Республики Карелия. Слушай, а есть вообще какие-то университеты, которые готовят вот к этому всему? Слушай, я знаю, что, короче, есть типа как театральная, наверное, больше эта история, что там учат театральному свету. По рок-н-роллу точно нет. Ну и есть еще курсы, типа тебя обучают, как пользоваться пультом. Но именно самой художественной частью, что с этим делать, когда ты научился забивать какие-то эффекты, как их применять, тебе как бы не рассказывают. Просто, грубо говоря, технические аспекты. Я понимаю, что это абстрактная цифра. Вот за все время, которое ты этим занимаешься, с каким количеством групп тебе удалось поработать? У меня даже список есть. И сколько это? Ну, групп именно или концертов? Концертов 300, наверное, может больше, а групп, ну, штук 20. Points of the Fall я даже работал, вот это не из русских, ага. Которые финны. А так... кроме них еще с кем-то из зарубежки работал? Слушай, нет, вроде нет, не работал. Только Points of the Fall? Да. А кто был первым? Какая группа, которая какая группа, вообще да. В жизни? Ну, вообще в жизни, да, и когда это уже было осознанно, когда это начало приносить дивиденды. Первая группа, которую я рулил, прям осознанно, это у себя в Петрозаводске, на четырех париках я рулил группу «Сатана Козел». Это моя любимая корейская группа, просто я фанат. Вот. А потом, ну, прям первый такой серьезный, это тур с Аматори в 2015 году, вот мы поехали. Вот это было первое такое. Как они вне города. Как они на тебя вышли? Или там кто-то знакомый, друзья? Я Даню знаю, так как там фанат с детства этой группы этой. Мы познакомились на фоне барабанов, начали общаться. Я даже работал риггером, ну там не риггером точнее, а носил там ригеля, короче, помощником на сцене, когда они в Ледовом выступали в 2009. Вот мы там познакомились через моего общего друга, начали общаться. Я тогда писал драм-кавера всякие. И скинул Дане, мол, зацени, чувак, там, давай сделаем какой-то лейбл, потом у них появился Drumstars, мы как-то общались, и просто мне, ну, звонит, там, типа, привет, как дела? Ну, мы там, вот, там, что, как с барабанами, я говорю, он мне говорит, что делаешь? А я в клубе уже тогда работаю, я говорю, завтра Стигмата приезжает, буду, короче, им свет рулить. Он такой, а ты, типа, ты шаришь? Я говорю, ну, что-то шарю. И он говорит, слушай, а сними, вот мне скидывает эффект бабочки, говорит, сними на нее видос, типа, поставь камеру и отправь нам. Я снял, как бы, весь свет, как я его отрулил, ну, в пустом зале, естественно. Отправил ему, и там через какое-то время сказал, все круто, поехали. Вот и все. Mm-hmm. Вот такая вот, вот такой фокус. А из тех, кого ты видел, вживую, на видео, неважно, кто, по твоему мнению, делает самое лучшее световое шоу? В мире? Ну, в мире, да, допустим, в мире. Ну, давай в России. Да, начнем. Давай. В России очень круто из того, что я видел, ну, я прям следил. Это Давид из Би-2, это прям... Вот, знаешь, тут это такая история, это больше вкусовщина, конечно. Но я понимаю логику, что он делает, что он подчеркивает. То есть она мне нравится, я бы так же типа, сделал, это резонирует, мне это нравится. Вот, из групп, ну, естественно, очень крутое шоу у Рамштайн, очень крутое шоу у Мьюз, хотя вот на последнем туре там практически света нет, там больше упор на экраны. У Металлики неплохое шоу, но там опять же все на экранах. Самое крутое шоу, которое я видел в метал-бандах, это Мишуга. Это просто, вот мне кажется, круче Светаря для такой группы не придумать. Это просто пушка. Вообще, кайф. Вот а так. Ты знаешь людей, которые этим занимаются? Вот, вот нет, я знаю только наших местных ребят. Из этих, с этими не знаком. А с кем бы хотел поработать? С группами? Из зарубежки, да, из русских. Из русских? Слушай. Блин. С Мумитроллем, наверное, мне бы было прикольно поработать. Из таких, из всех остальных групп. Мне как-то, знаешь, фартит, что всех, кого я рулю, мне, как правило, в большинстве случаев эта музыка нравится. Ну, Би-2 я бы сделал, мне бы интересно было, как я это вижу, сделать из таких групп. А я даже не могу так вспомнить, знаешь, Пурген бы я сделал, вот кого бы я сделал. Гражданскую оборону я бы посвятил, вот это было бы, мне кажется, интересно.
И у тебя есть уже в голове готовая схема, да, для гражданского? Ну, я бы придумал, да. Я думаю, это было бы просто сумасшествие, но было бы круто. Но можно попробовать вписаться в какой-нибудь вечер каверов там, ну, или ну, типа, что-то да, подобное. Да, да. Да. И оргазм страдамыша еще, вот. Насколько я видел из твоего инстаграма, ты работаешь с артистами иногда прям кардинально разных жанров. Да. Вот с твоей точки зрения, насколько сильно они отличаются между собой, вот именно по работе со светом? Ну, смотри, если ты как бы рулишь рок-н-ролльную группу, да, у тебя все-таки меньше идет, как сказать, цветовой палитры и больше идет динамики, связанной с тем, что ритм-секция, там, гитара, барабаны валит, и ты, грубо говоря, подчеркиваешь вот эти основные моменты. Если ты работаешь с какой-нибудь, наоборот, электронной группой, да, то есть там ритм-секция достаточно простая, она нету каких-то таких, знаешь, ям, супер. Ну, там все достаточно предсказуемое. И тебе это нужно компенсировать, грубо говоря, цветами и разными там чейзами, какими-то выходами. Вот как-то так. Ну, логика другая совсем. Вот, например, на «Аматоре» это прям совсем рубленное шоу. То есть там рифы, все. То есть там все очень жестко, прям грубо заканчивается. А на «ITL», например, смотря, конечно, какая песня, но если это хип-хоп, там достаточно все так плавно идет. А тебе вот лично... А «Стрит и Дакота», кстати, я еще работал, и «Стермейс». Вот там тоже так, лайтовенько. Нужно в меру так придерживать себя. А чисто вот для себя, с каким жанром тебе приятнее работать? Мне, ну, естественно, нравится больше, типа, тяжелая музыка. И мне там более понятно для меня, потому что больше опыта. А так, я не разделяю прям по жанрам, я разделяю, наверное, все-таки по какому-то общему настроению, знаешь. Типа, вот это мне нравится. То есть это может быть агрессивная, тяжелая... песня тяжелая в рамках стиля, например, там у Хоруса там «Очертя», или там у Этиэла «Си-4», или у Катета там «Джунгли души». То есть это все песни достаточно агрессивные, они похожи по энергетике на рок, на метал-музыку. В твоей практике были концерты, когда ты, ну, прям жестко облажался? В моей практике было пару концертов, которые я не помню. Это было с группой «Катарсис». Вот. Но потом, слава богу, мы писали видео весь концерт, и все там в порядке. А так... облажался. Да слушай, я после каждого концерта, ну ты сегодня увидишь, что я буду ходить, типа, плеваться, типа, блин, это не получилось, то не так, здесь не так, а так, ну, прям жестко, что я там хотел, тогда вроде не было. Ну, то есть пока. Не было моментов, когда посреди концерта вырубился свет, и ты не знаешь, что с этим делать? Было, с Луной в туре частенько было, что, ну, я, как бы, знаешь, такой дзен сохраняю, то есть это, как бы, не моя проблема, это проблема техников, у меня все вырубается, начинает прибор сходить с ума, я просто говорю, ребята, сделайте что-нибудь, пожалуйста. И все. И как бы я просто смотрю, как они это делают. Потому что орать, знаешь, типа, ну, без толку нет. Толку нет, точнее, никакого. Ага. Насколько я знаю, ты довольно активно гастролируешь с Луной, да. И ATL. Ну, с ATL, да, вот с недавно. В чем принципиальная разница в работе вот в разных городах? У ATL и Луны? Нет, вообще, вот, в принципе, вот там Луна в Москве и так далее, ну, в других городах. Во-первых, это зависит сильно от парка приборов, от площадки, от уровня потолков. У нас есть там один такой персонаж на гитаре играет. Вот ему все время кажется, то ему слишком темно, то ему слишком светло, то его там слепит. Это очень зависит, знаешь, от артиста. Если, например, мы выступаем в маленьком клубе, там, как правило, большая проблема с высвечением лиц, людей, и их приходится светить снизу. Это начинает походить на какой-то хоррор. Но вот мы недавно выступали с Луной, где люди могли, ну, там, гитаристы, там, все могли дотянуться до рукой до приборов. Естественно, луч не может раскрыться. Ты пытаешься его высветить как-то сдалека. Ну, есть вопросы. Ну, в зависимости от клуба, короче. Ну, в Москве, естественно, там все в порядке. Ну, почти. Из, ну, от прошедшего тура, ну, скажем, за последний год, в каком городе было сложнее всего работать? С Луной. Ну, да, давай с Луной, да, допустим. Я сейчас не вспомню. По-моему, клуб называется «Отдых», что ли. Ну, вот как раз-таки проблема с потолками была. Это в каком городе? Новосибирск, что ли. По-моему, Новосибирск это был. Потому что у нас, как правило, подиумы стоят. Мы от подиумов отказались, потому что там потолки не позволяют. И все. И у тебя лучи, как бы, у тебя очень много приборов в маленьком пространстве запихано. И то есть шоу такое, знаешь, зажатое получается. Приборы не раскрываются. Музыканты орут, что у них под ногами там шнуры, приборы. Кому-то там жарит спину, если это ламповый прибор, он сильно горит, все остальное. Вот. А так, в принципе, ну, вот, наверное, там, наверное, было. Как раз у нас сейчас тут артисты подошли. Насколько часто артисты вмешиваются в твою работу и насколько они вообще понимают,
как работает свет, или у них такие, знаешь, типа, вот в этой песне я хочу быть в красном свете, ага. А ты делай с этим, что хочешь. Да, это бывает. Вы знаете, есть такие одни артисты, которые ненавидят зеленый, например, свет. Они, вот у них просто фобия зеленого света. Есть такой Кирилл, там, подающий надежды барабанщик, вроде как бы справляется со своей работой. Рубрика «Художники по свету в городах России». Я попросил на сцене сделать какой-нибудь другой цвет, не зеленый. И включили, есть какой? Ну, есть, да. Вот, например, Вит у нас из Луны, типа, он смотрит видосы, потом говорит, давай здесь вот так, здесь это, этого свети, того не свети, и вот все такое. Ну да, влезают. А, вообще, ну, нас... так, по-божески, то есть нет каких-то радикальных там изменений. Расскажи, как проходит процесс создания вот светового шоу, вот от начала там до зарождения идеи до, соответственно, самого концерта. Ну смотри, сначала я, как правило, у любой группы прошу плейлист, чтобы послушать их музло и понять, как бы, какой концепт им нужен. Потом я рисую в 3D-сцену развеса приборов, как они будут находиться, и смотрю, что для той или иной группы важнее. То есть более быстрые приборы, больше стробоскопов, если это металл, например, вот как Коматори я с ними работал, там больше все-таки такая агрессивная музыка, она требует больше, как бы, ну, стробления, больше резких переходов. Если это более, например, рейв какой-то, это группы как ETL, вот мы с ними работаем, там упор идет именно на какие-то движения, на разнообразие цветов и на общий такой групп. Там меньше рубленности, но больше такой, как бы, дискотечной истории, если можно так выразиться. Вот, ну и я слушаю. Потом рисую, значит, развес. Потом, ну, раскидываю приборы. И потом я себе выписываю по каждому треку, как сценарий. Работает это, уходит в то. Я обычно разделяю на партитуры, типа, какие приборы у меня будут подчеркивать ту или иную часть песни, например, там акцент идет на гитарный риф, идет ли на барабаны или еще что-то. И вот тем самым ты в голове, ну, когда я просто слушаю музыку, у меня уже автоматически происходит загрузка, как я это вижу, что можно с этим сделать. Ты это запишешь, корректируешь, приходишь на площадку, и из того, что ты придумал, у тебя получается 30%, как всегда, из-за технических проблем, там, из-за остального. А вот как день концерта проходит? Вот ты там просыпаешься, приезжаешь в клуб, что дальше? Приезжаю в клуб, начинается паника в селе, ругань с прокатчиками, как правило. Тебе говорят, извини, этого не было, того не было, вот есть это, давай что-нибудь с этим придумаем. Ну, как правило. И потом ты начинаешь патчить пульт, если его не сделали, хотя должны были. Вот, ты заводишь туда все приборы, чтобы пульт это увидел. Проверить обратную связь, и потом ты уже из памяти или там из записанных каких-то там себе шпаргалок, ты начинаешь собирать шоу. Вот там, например, я знаю, вот в этой песне, тут не видно будет, вот у меня есть там 1984, это готовый палет на эту песню на самое начало. То есть, и я так вспоминаю, что мне еще потребуется, и эффекты делаю более директивно. Я не пользуюсь тайм-кодом, ну, потому что в наших технических условиях это тяжело. Очень много вопросов. Я работаю все руками, так играю на барабанах, мне это проще делать, вот так. И все, ты пишешь, патчишь, вот сколько успел прописать, столько как бы у тебя и будет на концерте. Ну, сегодня, я так понимаю, тоже была и паника, и все на свете. Ну, как говорится, были вопросы из того, что я придумал. Опять там, ну дай бог, половину я успел прописать, все остальное, ну, будем по ходу шоу смотреть. Еще же, видишь, не очень понятно, когда вырубают весь свет, дым, народ, ты смотришь эти эффекты там, по, грубо говоря, правила трех песен. За первые три песни ты уже поймешь, что нужно отредактировать, что добавить. Следующий вопрос я вообще не планировал задавать. Вот ребятам будет, наверное, интересно это услышать. Но несколько людей, которым я говорил, что буду записывать с тобой видео, просили у меня прям настоятельно узнать, у тебя есть девушка? Нет. Это как-то связано с тем, что ты часто гастролируешь? Да, это не связано никак с ориентацией и с тем, что гастролирую тоже. Нету. Да я не знаю, ну...
У меня не было, знаешь, проблем в отношениях, когда тебе говорят, слушай, мы с тобой расстаемся, потому что ты свой поганый тур опять уехал. Нет, такого не было. Поэтому вот так. Так что я холостой рокер, ребята. Так что, девушки, ссылки в описании. Да, да. Это твой единственный источник заработка? Я еще пишу музыку. Там некоторым ребятам, ну вот одному там записал, ну типа знаешь, как бы там продюсирование это называется. Одно просто мне чувак обращается, говорит, вот смотри, у меня есть такие песни, и я ему пишу, например, все гитарные партии, барабанные, клавиши, все типа это оформляю и свожу тут же, вот это такое. Но это как бы минималка по сравнению с тем, что это больше так для души. Вот такая, ну и там какие-нибудь там, ну все музыкально, запись сессионных барабанов там кому-нибудь, еще такое. Дорогие световики! У вас и так нихуя приборов на сцене нет, блядь. 4 прибора во всех практически городах. И вы не можете с ними справиться. За что вам платят деньги? Извините меня, мои дорогие, блядь, но это просто полный пиздец. Я уверен, что из людей, которые посмотрят это видео, найдется парочка людей, которые вдруг поймут, что захотят связать свою жизнь с этой профессией. Uh-huh. Есть какие-то советы вот начинающим световикам? Идти в ближайший клуб. Проситься, просто отрулить концерты бесплатно, смотреть. Просто ходить, смотреть. Ну так я делал, просто по своему опыту. Я пришел в клуб, говорю, ребят, мне очень интересно. Выбираешь артиста какого-то, который будет это, ну там, играть, чтобы ты знал его. Главное, зная материала, вкуса и чувства ритма. Вот 3 составляющие есть, все, все будет окей. И ты приходишь, просто рулишь, рулишь и набиваешь себе какой-то опыт. Может, если ты ноунейм и придешь, скажешь, я вас буду светить, а ты кто, кого-то делал без портфолио, ну, это очень сложно. Плюс нужно знать пульты, то есть просто приходить на концерты, тусоваться, смотреть, общаться с разными ребятами. По этому делу мне можно написать, спросить, а что вот делать там вот так, здесь или там. И с удовольствием вообще отвечу. Так что не только девушки, но и начинающие световики. Все ссылки в описании. По всем вопросам, пожалуйста, Никит Краснов. Все, спасибо тебе большое. Спасибо. Все, было приятно. Взаимно. Ну и на этом все. Учитывая, что это пилотный выпуск, я очень надеюсь на вашу обратную связь в комментариях, а также буду крайне признателен, если вы поможете распространить это видео. Поэтому подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, делайте репост этого видео, подписывайтесь на мой инстаграм и не забывайте про лайки. Любите музыку, ходите на концерты, а меня зовут Антон Павлов. Пока-пока.